Доброе время суток, друзья. Вот, вот так проходит у меня рыбалочка сегодня. Вот такой окунек. Это уже второй. Один был маленький, не догадался снять. Вытащил на удочку сейчас. Но здесь погодка прекрасная. Здесь у меня и камера стоит. Пробуем смотреть, но рыбки мало. Нет-нет, да попадется. Вот, друзья, камера стоит, но вода уже мутноватая, не как зимняя. Но все равно рыбки не видать, друзья. Ну вот, друзья, сидим, ждем поклевок. Ой, не знаю, пока два окушка поймал. Ну что поймаю, покажу. Мне дежурить до утра. Так что, может быть, и ночью будет. Посидим, посмотрим. Так, оп. Так, ложная поклевка. Поклевочки еле-еле видно, еле-еле, друзья. Не хочет даже. Колокольчик не звенит даже. Пробую на червя ловить, друзья. И поставил одну силиконочку. Вот такую. Вот. Вот такая силиконочка одна. Не знаю, вам видно или нет. Не вижу, здесь солнце отсвечивает. Но силиконочка неплохая. Сейчас червячков поправим. Друзья, ну вот такой еще один кусок попал. А кусок хороший. Не успел я камеру включить, когда поклевка была. Так что понемножку есть. Вот такой рачок попал, друзья. Красивый. Ну не знаю, пока оставлю, может еще будет. Там видно будет. Вот такой хвост окуня отошел. Не успел я телефон достать, друзья, но сейчас еще придет, наверное. Ну, вот такой уловчик, друзья, у меня. Так что рыбки нету. Это за сутки моей работы. Столько я поймал. Ну, и то хоть что-то. Сейчас домой собираюсь. Удочки собрал, камера пока стоит только. Ну, вот, друзья, опять тишина. Все отошли рыбки. Вот такое дно. Ну ладно, спасибо всем за внимание, друзья. До новых рыбалочек. Вот как раз идет окушок еще. Вот такой окушок подходит.